Привет! Сегодня я расскажу про уникальный материал от Формулы Профи. Это камуфлирующая гель-база 3 в 1, которая представлена в различных удобных тарах. От 15-миллилитровых баночках с кисточкой до больших 30-граммовых. В коллекции представлены 19 нежнейших оттенков, в том числе нереально красивые оттенки с шиммером. А не так давно линейку расширили нежнейшими бежевыми цветами. Гель-база 3 в 1 предназначен для скоростного и качественного покрытия. Материал пластичный, хорошо распределяется и обладает самовыравнивающимся эффектом. Уникальность базы в том, что для готового маникюра достаточно 1-2 слоя базы. Гель-базы также возможно немного удлинить свободный край на 1-3 мм. Для хорошей носкости покрытия рекомендуется соблюсти некоторую технологию нанесения. Оцените состояние ногтей клиента. Перед покрытием не забудьте нанести вспомогательные жидкости, такие как Profi Prep и Profi Bond. Нанесите первый слой втирающими движениями. Затем вторым слоем выполните выравнивание ногтевой пластины. По желанию вы можете использовать первым слоем любую прозрачную базу. Гель-база 3 в 1 не требует перекрытия топом. После полимеризации дайте остыть материалу, а затем снимайте дисперсионный слой только жидкостью для снятия липкого слоя. База имеет классический блеск. По желанию, для усиления блеска вы можете использовать любое топовое покрытие. Предупредите клиента, что для сохранности покрытия требуется соблюдать аккуратность в работе с домашними делами. Этот материал уже облегчил работу многим мастерам. Попробуй и обязательно расскажи свои впечатления.